319 000 դրամ հատուկ գին նշված կացայի համար և անակնկալ նվերներ Baxter-ի կողմից։ Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքով ուղիղ եթերում, հայն ինչ տեղի ունենում այսօր Հայաստանում, Արցախում, հայ-ադրբեջանական սահմանին, այնպես կապված է նաև այն գործընթացների հետ, որոնք տեղի են ունենում ուկրաինական ճակատում, եւ այս դիտանկյունից նաև խորապատկեր ավելի վերևից ու ավելի դրսից հայացքով կփորձենք դիտարկել ու քննարկել ուկրաինացի միջազգայգետ Իլյա Գուսայի հետ, տեսակապով կմիանանք Կիև եւ կզրուցենք։ Добрый день, Илья, как слышно? Добрый день, слышу вас хорошо. Вы, я знаю, следите за событиями также на Южном Кавказе и знаете, что Министерство обороны Азербайджана периодически распространяет 31 августа дезинформацию и тем самым создавая информационную основу для очередной провокации, 1 сентября все же пошло на эскалацию, и у армянской и у азербайджанской стороны есть раненые и убитые, погибшие. По вашему мнению, почему Баку вновь идет на эту эскалацию? Ну, мне кажется, причина та же, что и раньше, то есть неудовлетворенные результаты статуса КВО, который установился после 2020 года. То есть они хотят расширить зону своего фактического контроля, захватывая и соседние, ну, то есть кроме тех территорий, которые они взяли под контроль после во время войны 2020 года, хотят еще, в общем-то, расширить эту зону влияния за счет и соседних еще территорий, ну плюс так, чтобы контролировать полностью логистику, на которой они настаивают, которую они называют Цангизурским коридором, для того, чтобы, ну, собственно, объявить о том, что вот та самая победа, которую они обещали. Я думаю, что вот неудовлетворенность полным, вот полная неудовлетворенность, неполная удовлетворенность статусом КВО после 2020 года, это причина, ну, всех конфликтов, которые возникали между Арменией и Азербайджаном за последние, вот, ну, считайте, 3 года. А вот, тем не менее, председатель Евросовета Шарль Мишель призвал продолжить активно участвовать, заявил, что ЕС продолжает активно участвовать в процессе, а также призвал Баку к прямому диалогу с карабахскими армянами, с армянами Карабаха. И вот в то же время эта эскалация произошла на фоне заметных политических изменений в Нагорном Карабахе. Как вы знаете, пост покинул президент Арай Карутюнян. Поможет ли вот смена лидера прийти к прямому диалогу между Баку и Степанакертом? Ну, это вопрос. Я думаю, что здесь просто дело не столько в конкретном лидере в Нагорном Карабахе, сколько в, ну, собственно, консенсусе, ну, участников. Потому что, насколько я знаю, Азербайджан до сегодняшнего момента отказывается вести прямые переговоры с Нагорным Карабахом отдельно от Армении, ну, поскольку это выглядело бы как, ну, прямые переговоры с, ну, по факту, сепаратистами с его точки зрения, да, с точки зрения их законодательства. А это не вяжется в канву политической победы. То есть какая, ну, то есть здесь проблема, мне кажется, больше именно в позиции Азербайджана, который, ну, пока что на эту формулу не хочет идти, поскольку считает, что это будет выглядеть как, ну, будет выглядеть политически не очень хорошей историей, особенно внутри самого Азербайджана. Возможно, у Ильхама Алиева, ну, он опасается того, что могут быть, может быть критика, его могут обвинить в том, что он там нарушает определенную позицию страны, и не все готовы вести прямые переговоры отдельно с Карабахом и просто по сути разбить этот переговорный трек, отпустить Армению и как бы отдельно вести переговоры только лишь с властями Нагорного Карабаха. Поэтому мне кажется, что смена фигуры в самом Карабахе — это важное политическое событие, но не оно лишь одно, ну, то есть не в нем была проблема, как мне кажется, по крайней мере. А кроме вот этих призывов, посредники, в том числе в основном западные посредники,
На какие шаги, методы убеждения они пойдут, чтобы привести Баку к конструктивному диалогу? Вот, например, Томас де Валь, старший аналитик Центра Карнеги, он написал, что на данный момент Алиев достаточно хорошо себя чувствует, потому что Россия не оказывает на него давления в карабахском вопросе, а на Западе настроены достаточно дружелюбно и спорят максимум о том, полезен ли Азербайджан в качестве стратегического партнера или нет. Вот насколько соответствует данная описанная ситуация действительности? Ну, я частично согласен с этими оценками. Единственное, что я не совсем понимаю, почему Россия вообще должна давить на Баку, учитывая, что Россию, в общем-то, все устраивает. То есть для России главные предпочтительных есть два сценария. Первое, либо оставить все как есть, потому что, в общем-то, какая разница, все работает, российские миротворцы стоят на месте, и все. Да, конфликт не урегулирован, но какая, собственно, Москве абсолютно все равно. Тем более они были одними из зачинщиков этой ситуации, которая подвесила и Армению, и Азербайджан геополитически на вот эту проблему. И второй сценарий, это если удастся действительно выйти на урегулирование, но при сохранении российского военного присутствия, то есть при сохранении российского миротворческого контингента. Как известно, европейские и американские посредники последние месяцы, они как раз хотели продвинуть такой план, который бы предполагал, что Азербайджан начинает переговоры с Нагорным Карабахом, сами там урегулирует свои проблемы. Россия не нужна в таком случае, она должна уйти оттуда, потому что какой смысл держать миротворцев там, где вроде как конфликт урегулирован. То есть, и понятное дело, что Россию такой план бы не устроил. Поэтому, естественно, они не давят на Баку и не будут давить. В общем-то, зачем продвигать, зачем помогать западным партнерам, с которыми, как Путин считает, он же официально у них на официальном уровне, они говорят, что они воюют с НАТО, то есть с европейскими странами, в том числе на территории Украины. Поэтому я думаю, что здесь российская позиция, российский фактор, он как раз играет в пользу, он как раз помогает азербайджанским властям в первую очередь выигрывать больше времени. И как раз, пока там тянуть время, пытаться как-то, как раз пользуясь этой ситуацией, давить силой или угрозой использования силы, как вот в этом случае, чтобы склонить Армению к таким компромиссам, которые их устроят. Потому что все-таки европейско-американские планы, как я сказал, они для Азербайджана выглядят не лучшим образом с политической точки зрения. Я думаю, что у Европы и Штатов есть, в принципе, есть возможности либо договориться с Азербайджаном, то есть предложить ему что-то, например, какое-то взаимодействие в сфере энергетики, которое там как бы будет таким себе пряником в рамках таких договоренностей. Или же вводить санкции, это более конфронтационный подход, это там, прям давить санкциями, например, там за нарушение прав человека. К Азербайджану были претензии в этой сфере, и в Европарламенте не раз принимали соответствующие резолюции. Или же там по каким-то другим причинам. Я же говорю, какой из этих подходов будет выбран? Пока что я вижу, что идут переговоры. То есть с Баку разговаривают, там какие-то переговоры идут, приглашают лидеров и Армении, и Азербайджана. И в Соединенных Штатах представители ездили, и в Брюсселе были, и этим летом в частности. То есть пока, понятное дело, хотят выйти через дипломатию, потому что это минимум рисков, минимум ресурсов на это надо тратить. Посмотрим, что будет осенью. В интервью итальянской газете «La Repubblica» премьер-министр Пашинян, кажется, впервые назвал вещи своими именами. Он заявил, что российские миротворческие силы, по сути, не выполняют возложенные на их обязательства. А также он заявил, что было стратегической ошибкой не диверсифицировать внешнюю политику Армении. По вашему мнению, как отреагирует на это Москва? Потому что уже появилась информация, что источник в МИД сообщил российскому агентству ТАСС, что заявление Никола Пашиняна в Москве этим крайне-крайне недовольны. И более того, заявили, что они не намерены покидать регион и будут всячески противиться тому, что Запад пытается через Армению, через власти вытеснить их с Южного Кавказа. Как вы правильно заметили, Пашинян назвал вещи своими именами. То есть он констатировал то, что было по факту много лет.
Еще в 2020 году было понятно, что российские миротворцы заходят на территорию Карабаха не только для того, чтобы быть миротворцами, а потому что Россия хочет расширить сферу своего влияния. По сути, она была разделена вместе с Турцией, и усилить свой контроль над Ереваном, что они попытались сделать. И было понятно, что я, в общем, с вами в эфирах неоднократно об этом говорил, что геополитически именно ситуация в Армении, она же тем и была и остается сложной, что не диверсифицирована внешняя политика. То есть есть критическая зависимость от одного внешнего игрока, который, эксплуатируя эту зависимость, постоянно пытался Арменией управлять, вмешиваясь в политические процессы, там, захватывая рынок или какие-то создавая монополии подконтрольные там, в разных сферах экономики. Или вот таким способом, например, влияя на исход войны и запуская туда своих миротворцев, чтобы, так сказать, уже застолбить за собой какой-то там участок территории. И потом это использовать, как сейчас, например, в своих играх против Армении в ситуативном партнерстве с Азербайджаном, как мне кажется. Поэтому Пашинян констатировал то, что все видели уже давно. Я считаю, что это хорошо, что он это уже сказал. Поздно, конечно, в каком-то смысле, но это все знали. То есть я, честно говоря, не ожидаю, что в Москве, ну, в Москве, понятное дело, они ожидаемо недовольны, конечно, потому что, ну, если премьер-министр Армении открыто об этом говорит, это угроза того, что Армения может, собственно, начать исправлять эту ошибку, то есть диверсифицировать внешнюю политику, уходить от критической зависимости от России, а это угроза. Да, но это угроза, прямая угроза суверенитету Армении, потому что война с Украиной вот серьезно изменила и позиции России на всем постсоветском пространстве, и отношения, потому что стало ясно, что Россия ни на минуту не задумается перед тем, чтобы ввести свои войска, чтобы устроить новый Бахмут и Ирпень. И если у Украины есть достаточные ресурсы, то у Армении нет на данный момент. Вот как избавиться от присутствия России, в то же время сохранить суверенитет? Это самый главный вопрос, который сегодня стоит перед Арменией. Это главный вопрос, и это самый сложный вопрос. То есть я, смотрите, по-любому этот процесс будет сопровождаться конфликтом. Ну, в любом случае, потому что... Ну, я не вижу смысла говорить о том, что могло бы быть, да, я могу сказать, так вот, если бы Армения там 20 лет назад, да, об этом бы задумалась, начала бы потихоньку диверсифицировать, может было бы, не знаю, это может быть, но в этом уже нет смысла. В Украине же точно такая же ситуация, ну, очень похожа была, мы тоже как бы не сразу начали выстраивать свою внешнюю политику более, так сказать, диверсифицированную, очень много было. Ставка сделана на российский там, рынок в свое время, кстати, экономический. И это тоже была ошибка, но ее поняли поздно. И я думаю, Армения тоже пройдет через... Ну, это неизбежно, этот процесс неизбежно проходит, он болезненный. То есть и в том числе из-за России в первую очередь, не из-за Армении. Да, это же не Армения виновата в том, что России хочется... Ну вот у них параноидальное как бы, желание управлять другими и рассказывать другим, как им надо жить. Ну... Придется разводиться, но этот процесс, я думаю, будет долгий. То есть это не процесс на год-два, вот сейчас Армения возьмет и выйдет, и все, как бы заявит о чем-то. Понятное дело, что так легко это не проходит. Уровень зависимости Армении от России, он все еще остается высокий. Соответственно, это потребует, ну то есть либо суперсложной дипломатии, когда ну, Армения будет потихоньку развивать отношения с другими странами. Например, пользуясь тем, как раз вот этим моментом, когда Россия... реально занята войной в Украине, они не могут выделять большие ресурсы на другие направления, именно большие ресурсы. Я думаю, что этим можно, этим пользуются другие страны, такие как тот же Казахстан или Узбекистан, ну, имея то, что у них есть. Либо, ну и параллельно, понятное дело, развивая отношения с другими партнерами, западными партнерами, конечно, надо пытаться уговаривать их в том, чтобы они при случае защитили Армению, помогли Армении это сделать. Но я думаю, что это будет долгий процесс, да, и возможно, он не обойдется без очередного конфликта, возможно, в этот раз даже с самими россиянами, я не знаю, но, ну, вот так, такие реалии международные, ну, мне кажется, рецепта, при котором все остаются довольны, ну, его не существует, на мой взгляд, к сожалению.
Относительно будущего России на Южном Кавказе есть два мнения, диаметрально противоположные. Одни считают, что Россия уйдет после поражения в Украине, а вторые считают, что наоборот, это усилит желание России закрепиться на Южном Кавказе. Учитывая все эти процессы, которые происходят сегодня в Грузии, и в Армении, и в Азербайджане. Какую позицию разделяете вы? Это хороший вопрос. Я думаю, зависеть будет очень многое от того, в каком виде будет Россия на выходе из войны в Украине. То есть, потому что мы анализируем этот момент именно с точки зрения последствий результатов войны на Россию. Потому что, во-первых, все зависит от того, какой будет результат войны. Если Россия проиграет, возможно, там у них начнется какой-то острый внутриполитический кризис, из-за которого, наоборот, они там не смогут особо уделять внимание там Южному Кавказу. Если там они удержат свои позиции, это другой сценарий, там, при котором, возможно, они смогут выделять ресурсы на Южный Кавказ. Очень много будет зависеть от того, какая будет структура власти в России после войны и когда этот период будет. Да, если мы же не знаем, это будет там в следующем году или там еще через 5 лет. А может быть, за эти 5 лет, я не знаю, Путина не станет и будет что-то вообще другое. То есть очень много зависит от того, что будет с самой Россией. Я думаю, что пока война в Украине продолжается, для них это приоритетное направление. То есть Южный Кавказ – это важно, но пока вот сейчас они вот с этой интенсивностью, которая продолжается, они не могут себе позволить отвлекаться на таком же уровне, отвлекаться на другие направления. Они даже Сирией, вот то, что я сейчас замечаю, они ей не так сильно занимаются, как раньше. Это вообще несравнимо. То есть сейчас они на нее не так сильно обращают внимание, как раньше. Поэтому, не знаю, мне кажется, что очень много будет зависеть, как долго продлится война, потому что от этого зависит тот запас прочности России, сколько у них останется вообще ресурсов в целом, в том числе под воздействием санкций. Чем дольше длится война, тем больше будут, и чем дольше будут сохраняться санкции, тем больше экономический ущерб будет нанесен России, заставляя их заниматься, собственно, восстановлением своей экономики. И какой будет сама Россия внутри? То есть это будет государство, опять же, система Путина, там, без Путина, с Путиным, или это будет тоталитарное государство, потому что есть признаки того, что война заставляет их закручивать гайки и, по сути, превращать авторитарное государство в тоталитарное. То есть, по сути, в подобие Северной Кореи, именно с точки зрения структуры власти. А это опасная ситуация, потому что это очень непредсказуемая ситуация для российского общества, для российской политической системы. Или наоборот, там будет какой-то кризис, например, и Россия будет проходить некий этап, там, не знаю, демократизации. И тогда, возможно, для Южного Кавказа это будет шанс избавиться от российского влияния, потому что они будут заняты своей внутренней повесткой. К сожалению, мне кажется, сейчас вам на этот вопрос точно никто не ответит. Это надо прогнозировать, учитывая огромное количество факторов. Я не готов сейчас прям четко вам сказать. Очень много неизвестных, много неизвестных. Глава МИД Франции заявила, что Франция воспринимает негативно не Россию, а то, что она делает. И, по ее мнению, Евросоюзу нужно выстроить совместную с Россией архитектуру безопасности. Как вы представляете вот эту совместную архитектуру безопасности с Россией на постсоветском пространстве? Это старая идея, которая была основной для европейской внешней политики где-то с середины 90-х по конец, наверное, 2000-х. В 2010-х в нее еще верили, но уже там были свои вопросы. Я считаю, что эта идея умерла вместе с вторжением России в Украину. Я не представляю, как они будут ее реализовывать. То есть идея была логична. Европа считала, что Россия как часть Европы, да? То есть Россия же часть западного мира, как бы им там не хотелось у себя строить какую-то свою цивилизацию, как ни крути, культурно, географически они часть западного мира, по истории даже своей. Другой вопрос, что и они считали, что в Европе считали, что раз Россия как бы часть Европы, часть ее, по крайней мере, в Европе, она вот часть Запада, и надо сказать, что в то время, еще в 90-х, Россия себя видела частью Запада, то надо с ней строить стратегическое партнерство, в основе которого будет вот эта новая архитектура безопасности после холодной войны. Но различные конфликты, плюс приход к власти Путина, и потом, когда Путин стал
все более антизападно настроенным, соперничает со Соединенными Штатами. Война в Украине еще в 2014 году, которая началась, все это поставило крест на этой идее, потому что с Россией невозможно уже сейчас не разговаривать, не строить какие-то планы. Поэтому мне сложно представить реализацию этой идеи. Я думаю, что это просто МИД Франции по инерции продолжает нарратив. Я не знаю, по какой причине, потому что этот нарратив, мне кажется, он уже устарел. То есть очень сложно, как можно говорить о каком-то очередном формировании архитектуры безопасности вместе с Россией, если, опять же, возвращаясь к предыдущему вашему вопросу, мы не знаем, что будет с Россией, а с кем там разговаривать, будет там с кем-то разговаривать или нет. Будут ли в самой России, например, какие-то ее новые руководители, я же так понимаю, на это идет намек, что, мол, вот после войны, если будут новые какие-то люди, мы будем опять разговаривать с Россией про какое-то партнерство. А вот те люди, которые будут руководить Россией после войны в Украине, например, они будут тоже за эту идею? Или они наоборот придут там, люди, которые скажут, нет, мы там будем продолжать идти на восток? Я не знаю. То есть мне кажется, что МИД Франции просто по инерции продолжает говорить то, что они, во что они верили до войны. Но я не верю в эту идею. Я думаю, что она умерла. А чего ожидать от встречи Путина и Эрдогана? Центральной темой это зерновое соглашение, так называемое. Эрдоган будет уговаривать Путина вернуться к зерновому соглашению для продолжения экспорта зерновых из Украины, поскольку это соглашение работало на репутацию лично Эрдогана и Турции. Со своей стороны, Путин будет просить Эрдогана, чтобы он выступил посредником и донес западным партнерам, что они должны ослабить санкции, прежде чем Россия вернется к зерновому соглашению. Будут заявления, еще их нету, на данный момент, пока мы с вами говорим, еще не было заявлений каких-то четких. Посмотрим, к чему они договорятся. Я думаю, еще понятно, есть темы двустороннего сотрудничества турецко-российского, о чем тоже анонсировано, что будут говорить об энергетическом сотрудничестве, об идее газового хаба, который Турция хочет открыть у себя на территории с участием России. Будут говорить я видел информацию в турецких СМИ о том, что Эрдоган собирается поднять тему строительства второй АЭС в Турции. Uh-huh. Первую россияне построили в Акую, она должна запуститься в следующем году, первый блок. И они хотят еще одну построить. Вот это тоже очень интересное заявление, учитывая то, что уже много месяцев в Европе поднимается вопрос о том, чтобы ввести санкции против Росатома, который как раз занимается строительством атомных электростанций. Интересно, как будет это выглядеть в контексте, если санкции ведут Турция, будет продолжать эту тему педалировать или, не знаю, это очень странная тема. Как по мне, с точки зрения рисков. Но мы видим, что Турция остается верна своей позиции ни вашим, ни нашим. То есть быть хорошими и для одних, и для других. Спасибо, Илья, за комментарии, за интервью. Спасибо вам. Նշեմ, որ օնլայն տեսակապով զրուցեցինք Կիև ուկրաինացի միջազգայնագետ Իլիա Կուսայի հետ։ Շարունակեք իրադարձությունների զարգացմանը հետևել առաջին լրատվական եթերում։